Я тебя ждала здесь, чтобы ты мне пришел. Мяу. Не надо. Всем привет! Вы на канале Мазы с Нитями, и мы продолжаем серию мастер-классов по вязанию без спиц и крючка. Сегодня я покажу вам, как вязать детский снуд узором плетенка. Состоит он из чередования двух нитей, которые меняются в каждом ряду. Узор получается плотным и невероятно красивым. Для пледа нам понадобится 3 мотка пряжи Ализе Пуффи цвета молоко и 3 мотка пряжи цвета персик. Длина нити в моточке 9,2 метра. Для пледа размером 80 на 80 сантиметров я набрала 50 петель. Но поскольку я буду вязать образец, я набираю сегодня меньшее количество петель. И первую петельку обязательно мы аккуратно разрезаем ножницами для того, чтобы остался у нас свободный конец нити. И отсчитываем 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сегодня моя кошка не хочет давать мне снимать целый день, поэтому она будет периодически присутствовать в кадре, поскольку тоже очень любит эту пряжу. Да, Мэйси, ты будешь тоже вязать вместе со мной? Итак, 9-ю и 10-ю петли мы перекрещиваем с наклоном влево и берем нить цвета молоко и протягиваем сзади в петли, вытягивая петелечки вверх. Вот таким образом. Расправляем немножко петли для того, чтобы петли у нас не перекручивались. И продолжаем таким же образом тоже перекрещивать дальше петли с наклоном влево. И провязываем петлями с рабочей нити. Вот так расправляем петельки. Вот пришла опять моя вязальщица, самое главное, не хочет мне давать снимать. Мэйси, ну хочется ей повязать сегодня. А мы продолжаем с вами вязать и перекрещивать петли в первом ряду. И провязываем их ниточкой с петлями с рабочей нити. И продолжаем так поступать до конца ряда. И вот мы провязали первый ряд. Вот такие у нас получились скрещенные петли. И теперь продолжаем дальше вязать нитью цвета персик. Для этого мы не будем возвращаться с вами в обратном направлении, а начнем опять же связать справа налево, потому что с этой стороны у нас осталась ниточка персикового цвета. Первую петлю мы провязываем одиночной, не перекрещивая, а перекрещивание начинаем со второй и третьей петли. Только перекрещивать их будем сейчас слева направо и провязывать ниточкой персикового цвета. Вытягиваем петельки вверх, разравниваем, чтобы у нас был виден рисунок, и таким же образом перекрещиваем последующие петли. И всегда у нас в этом вязании будут петельки цвета молоко перекрещены слева направо, а петли цвета персик будут перекрещиваться у нас справа направо. Разравниваем, чтобы видно было узор. И таким образом мы провязываем до конца этого ряда. И вот я довязала до конца ряда, и последнюю петлю мы провязываем просто одиночной петлей. Не перекрещиваем. Вот таким образом. И разравниваем рисунок.
И следующий ряд мы будем провязывать нитью цвета молоко. И в этом ряду мы продолжаем перекрещивать петли персикового цвета попарно. То есть первую и вторую петлю мы перекрещиваем с наклоном влево и провязываем нитью цвета молоко. И так мы продолжаем поступать со всеми петлями до конца этого ряда, провязываем их с наклоном влево. И сейчас мы будем продолжать вязать нитью персикового цвета. В этом ряду мы первую петлю провязали персиковым цветом, а нити цвета молоко перекрещиваем с наклоном вправо. И так мы будем поступать со всеми петлями. Все петли цвета молоко у нас перекрещиваются с наклоном вправо. Следите за тем, чтобы вы не пропускали петли с рабочей нити. Периодически проверяйте сзади на вязании, не остаются ли там у нас где-нибудь потерявшиеся петельки. Иногда такое может случаться. В тех рядах, где у нас остается одиночная петля, мы просто провязываем ее, не перекрещиваем. И таким образом мы с вами вяжем весь наш плед и уже очень хорошо видим рисунок, по которому мы в принципе и ориентируемся. Когда плед будет готов, нам нужно будет закрыть петли. Начинаем мы это делать с того края, где у нас нет рабочей нити. Для этого мы вторую петлю продеваем в первую. Вот так. Третью петлю продеваем во вторую. И так продолжаем продевать петлю в петлю, образуя вот такую косичку. И так продолжаем делать, пока не закроем все петли. Когда все петли будут закрыты, у нас получится вот такая ровная красивая косичка. Наш плед готов. Он получился очень мягким, красивым и неимоверно приятным к телу. Если вам понравилось данное видео, поделитесь им со своими друзьями. Оставайтесь вместе с нами, пишите комментарии и ждите наши новые видео. Пока-пока!